Всем привет! Итак, сегодня у нас творожный десерт с протеином. Это у нас протеин, он же белковая смесь. Это у нас творог, и мы сегодня будем творить чудо. Я знаю, что некоторые адепты здорового питания по системе Марва Оганян скажут, что творог – это слизеобразующий продукт. Если мы будем его есть, то у нас будет образовываться слизь. Да, я подтверждаю, что творог – это слизеобразующий продукт. Поэтому тем, у кого есть проблемы хронического насморка, гнойничковых высыпаний, вам нужно быть поаккуратнее с таким продуктом, как творог, и употреблять его как можно реже. Например, в моем рационе творог присутствует очень редко, но, может быть, раз в 2 месяца. И при таком раскладе ничего критически страшного не случится, если вы тоже будете себе это позволять, но иногда при том, что вам действительно этого будет хотеться. Если же вам не хочется творога, то у нас будет куча других рецептов без творога, но с протеином. Ну а для тех людей, у кого нет никаких проблем с хроническим насморком или гнойничками, вы можете смело себе делать этот вкусный рецепт творожного десерта с протеином. И сегодня мы разберем по шагам, как это приготовить. Протеиновую белковую смесь я буду называть то белком, то протеином, то белковой смесью, то протеиновой смесью. Но как бы я ни назвала, речь всегда идет об одном и том же продукте – сухая белковая смесь. Но эта упаковка заводская, а дома я предпочитаю пересыпать его в стеклянную банку. Итак, для приготовления творожного десерта с протеином нам потребуется сам творог или творог, называйте как хотите, собственно, протеин, молотый миндаль, какао-порошок, льняное сыродавленное масло, мед, корица молотая и эфирное масло корицы. Эти ингредиенты мы смешиваем в одной емкости, тщательно перемешиваем, раскладываем по формочкам и убираем в морозильник. А вот и готовое блюдо. Можно посыпать его шоколадной крошкой, можно посыпать молотыми орехами. А как вариант, я могу предложить вам украсить его шариками из ржаных или овсяных отрубей. Тоже весьма оригинально. Почему бы нет? Самое главное, что это сочетается и что это очень вкусно. Приятного аппетита!